Как сообщает CTA News, недавно произошла церемония вручения премии «Золотой граммофон» за музыкальные заслуги, на ней награду получил исполнитель Сергей Лазарев. На мероприятии пара Преснякова и Подольская показала фанатам, что о разводе нет и речи. Они явились на церемонию счастливые и с наследником, маленьким сынишкой Артемием. Женщина Преснякова избрала юбку колокол и топ цвета металлик для этого вечера, а ее муж и сын оделись в одинаковую цветовую гамму, желтые цвета в верхней и нижней частях костюмов. Образ сына супругов дополнили взъерошенные волосы. Как стало известно ранее, пара дала повод подписчикам подозревать проблемы у них в браке и даже расставании, но Наталья и Владимир развеяли сомнения в умах своих фанатов. «Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга», писала в своих соцсетях Подольская.